Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Государственный театр национальных культур «Забайкальские узоры» в преддверии Нового года представил новую программу «Новогодняя суматоха». И пусть сегодня люди получат положительный заряд, такой вот эмоциональный заряд, и пусть у них настроение к Новому году будет хорошее, и чтобы они в Новом году уже взялись за свои дела с новой силой. Артисты театра подготовили для зрителей яркую, веселую праздничную программу с новыми номерами и сюрпризами. Я участвую в фольклоре и часто выступаю. Вот пришла посмотреть, как другие выступают. Красивые костюмы, красиво поют, танцуют. Подводя итоги работы театра, Николай Сыроватко отметил, что для коллектива прошел успешный и насыщенный год. Забайкальские узоры успели побывать во многих городах России, в том числе Москве и на Олимпиаде в Сочи. А еще они были в Шанхае на заключительном концерте фестиваля Шанхайской организации сотрудничества. И хотелось бы поздравить всех наших забайкальцев сегодня на этом концерте с наступающим Новым годом. Все-таки, какие бы негативные явления не были в этой жизни, он был удачным. В этот вечер артисты подвели итог творческой деятельности, исполнили много танцевальных номеров и новогодних песен, выполненных в исключительном формате забайкальских узор. Анастасия Дрёмова, Анна Хвостова, специально для Забинфо.